Я рад приветствовать королей и королев на канале Домако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем веселиться в игре под названием Clash Royale. Ну что ж, дорогие друзья, у нас по традиции все как всегда. Вначале сундучки, награждение самых активных, самых ответственных, самых крутых игроков в клане, а после этого, конечно же, мы идем с вами в бои. Давайте начинать. Начнем сразу вскрывать наше добро. С мелких начнем. Кстати, клановый сундук я уже вскрыл, к сожалению. Я мискликнул случайно и вскрыл его. Там ничего полезного толком-то не было, не считая только буквально, по-моему, мне дали ярость. Вот ярость я там получил. Это, конечно, очень хороший. Причем при помощи сейчас ярости я и играю. В колоду сразу же добавил. Очень клевая вещь. Очень полезная. О, рыцари пришли. Тоже неплохо. Вскрываем попроще. Магический мега-сундук, как видите, мне попался. Ну, просто, наверное, магический. Есть, наверное, то и магический мега-супер-сундук. У меня просто магический. Что у нас тут? Ага, валькирия. Валькирия, кстати, тоже хорошо. Арбалет. Ну, я что-то как-то не расчувствовал арбалет, если честно. Дорогая, ставишь, ее сносят. Сносят довольно-таки быстро. Отвлекать только внимание, ну, дорого для отвлечения. 6 единиц, по мне, так это дороговато, наверное. Через что-то другое играть возможно. Но что здесь? Я надеюсь, что здесь будет что-то мега хорошее. Или мега много чего-то прям очень крутого. Давай что-нибудь хорошее, ну. Лучницу, неплохо, неплохо. Вот лучница хорошо. Пеку дали, пеку дали. Одну пеку, да? Одну пеку всего лишь. Реально, да? И зеркало. Ну, зеркало тоже неплохо. А тут что? И просто пеку. 13 штук. Ну, пойдет. Мега пека, хорошо. В принципе, зеркало хорошо. Много лучниц. Обычный пека тоже нормально. Вот, в принципе-то, и все. Давайте перейдем теперь мы к нашим дорогим сагильдийцам. У нас, в принципе, ребятки очень активно постарались и понабивали много-много-много корон. Все будут отмечены. Все молодцы. Давайте сразу повысить. А то сейчас я опять случайно нажму изгнать, и будет вообще мясо какое-нибудь, да? Это будет неприятно. По-моему, это очень было бы неприятно. Так, кто у нас тут еще участник? Вот Лазарюс тоже, он у нас старый, проворный, хитрый воин. Повышаем его. Тоже красавчик. Так, кто тут еще? Так, это вот эти сундуки надо посмотреть. Так, Мантик. И еще у нас в прошлой серии я человека обидел вроде как из своего клана, MRX. Сказал, что он, мол, новенький. А он у нас вообще, я посмотрел списки, он у нас вообще с самого начала. Так что, дружище, не держи зла, будь старейшиной. Будьте все хорошими старейшинами. Не обижайте маленьких, наоборот, приобщайте к доброму. Так, это что касается у нас по тем заслугам, которые за короны. Давайте, я помню, что у нас есть два человека, которые нам донатили так много. Они просто молодцы. Это Димон, если я не ошибаюсь. На прошлой неделе он донатил просто, по-моему, там 800, что ли, карт. Красавчик, за это огромная благодарность. И еще у нас есть один человек. Так, сейчас подождите, я его найду. Чтобы не случайно не прочитать неправильно ник, и чтобы он тоже потом на меня зла не держал. Это Данил 20.06.35. Видимо, какое-то козырное число. Очень много для него значит. Давайте тоже, ее тоже повышаю. Ну, пожалуй, хватит. А теперь к боям, дорогие друзья. У нас есть еще несколько ребят, которых бы я тоже хотел повысить. А те, которые вообще с самого начала основания. Но я думаю, это я проделаю уже в следующем нашем выпуске. Если он, конечно, будет. Я что-то смотрю, вам поднадоела немножко игрушка. Уже не так лайкаете активно, не так смотрите. Но я надеюсь, что вы еще сможете посмотреть и поучаствовать в нашей веселой и интересной увлекательной игре. Давайте начнем вначале, наверное, с обычных соло-игр. Немножко поучаствуем. У меня есть хорошая сборка. Я сейчас взял с собой ярость, взял двух интересных персонажей. Это летающий шар и, естественно, наш чувак на кабане. И ими я практически стараюсь брать сейчас уровни. У меня есть ребята под защиту. Есть ребята под защиту. Есть ребята у меня под атаку. Вот я пользуюсь... Умри.
Я пользуюсь вот этими ребятками. Так, у меня, к сожалению, не приходит пока тот, кто мне нужен. Я сейчас выставлю, наверное, нашего дорогого рыцаря. Смотрите, а на него плевать? Да, он такой, типа, а мне плевать. Так, ладно. Я пускаю. Я погнал. Не успели. Ну, ярость просто поздно. Я ее поздно заюзал ярость. Ладно. Ничего страшного, в следующий раз используем. Ну, самое стрёмное то, что я просто сейчас поторопился. Из-за этого враг уже знает, что у меня за карты. И теперь мне приходится... как бы... Ну, он знает мою страту, и теперь мне надо будет аккуратно все делать. Да вот козлина, а не успел, молния так поздно стрельнула. Да убей ты уже его. Так, ладно, ждем. Ну давайте. Я думаю, что он тоже ждет. Вот. А он там выставил, что ли? Я их не вижу. Так, тихо. Никаких. Так, убиваем. Убиваем птиц. Под ярость. Победили? В принципе, вот так по такой стратегии как бы я сейчас и действую. Я единственное только что здесь допустил момент, да, допустил его. Он успел пронести мне башню, но это к сожалению, конечно, такое тоже бывает. Напряженные сейчас бои идут. Так, я вместо разряда поставил фаербол. Попробуем через него поиграть. Надеюсь, у нас все получится. Давайте. Ну, сейчас вроде хорошая сборка. В самом начале, прям на самом старте, мы можем сразу рвануть так неплохо. Так, тем более он пошел по той стороне, а мы по этой пойдем. Давай. Так, но у меня, к сожалению, нет пока ничего, чтобы я мог выставить. Ну, сейчас выставим. Минус один. Ждем, когда у меня накопится. Ну, я думаю, и даже можно не ждать. В принципе, мы так, наверное, тогда убьем эту магичку. Все, можно теперь терпеть. Хорошо пронесли. Он, тем более, по этой стороне пошел сразу атаковать. У нас была возможность пробить. Надеюсь, сейчас получится. Куда вы полетели? А почему это не убиваете? Ну ё-моё, а! Пипец! Забили, короче, забили на шар, полетели дальше. Вместе с воином. Убили мушкетеров и сразу ломанулись. Это, конечно, было вообще. Так, мне нужно... Мне нужен кабан.
конечно. Добавим. Ну все. Отлично. Хорошо подождали. Нормальный момент выждали и проатаковали. По-моему, очень даже неплохо получилось. Золотой сундук, спасибо. Золотой сундук, это всегда приятно. Давайте еще один бой. Хотел взять, думаю, возьму 1700 на видео, но чувствую, это не получится сделать. Не всегда удачные бои выходят. С принцами очень сложно. Когда принц там какой-нибудь. Так, башню давай. Башню, башню, башню. Тека, сюда иди. Эх, не успел. Но у меня и маны не было на тот момент. Можно было даже, наверное, не кидать. Можно было лучше ману сэкономить. Так, ждем. У нас есть с вами две атаки, считайте. Сразу можем проатаковать. Кроме, нам нужно выпустить рыцаря. Пускаем рыцаря. Эх, не смогу, да я его убить, блин. Я такой, как бы, я понимаю, что надо копить. Не будем копить, проиграем вообще. Не успел. Не успел. Стреляй, 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 ну! Погнали. Тут Пека, пока ты дойдешь, я уже тут все снесу. До свидания. Вот такая вот острота. Пеку, наверное, пускать самое выгодное только под яростью. Ярость, в частности, очень удобная вещь. Она стоит всего 2 единицы. 2 единицы ярость стоит. Это просто... Пфф. Ничто, можно сказать. Давайте вскроем наш дорогой золотой сундук. И посмотрим, что здесь. Стрелы. 3 штуки всего лишь. 14 рыцарей. Ну, в принципе, неплохо. Тесла. Ну, так себе. 5 кабанов. 5 кабанов всегда неплохо. Так, ну давайте погнали тогда с нашими товарищами поиграем немножко. Но у нас здесь всего лишь 2 человека. Ну посмотрим, сейчас если кто-нибудь со мной пойдет в бой. Ну отлично, нет, так пойдем тогда играть с... Ну вот видите, кто-то есть. Хотел сказать, тогда пойдем играть с кем-нибудь... посторонних, с посторонних. Удачи, дорогой друг! Сейчас мы им всем покажем, эгей! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы чё, ребят? Разбушлатились. Давай-ка мочи их. Здоровяка этого козлячего. Пнем его, пнем придави. Так, я жду, мне надо дождаться. Пушка, стреляй. Блин, а лучше может не дожидаться. Ой, я все, я уже не успел. Ё-моё. Отвлекающий маневр. У меня единственная мысль была отвлекающий маневр устроить. Сколько? По 3, да? По 3 выпускает. Ладно.
Пришибли. Пришибков. Так, тихо. Ты куда побежал? А ну стопани. Шаман там какой-то приперся, ты посмотри. Че ты какие-то лютые ребята вообще? Ну я походу, это наш товарищ. А, ну у нас 8-я, вот тут 9-я. Да, видимо, с тем, с кем я играю, у него высокий уровень. Немножечко. Мачи козлов. Так, по лицу ему. Так, сейчас должны, наверное, смочь. Я надеюсь. Это они что, запускают? 9. Погнали. Ну смотри, кого он не хитро, он просто взял, заблокировал, представляете? Козлячья рожа, он просто заблокировал. Он просто заблочил, да, но мы, кстати, все равно успели пронести. Блин, они даже два пронесли, но тут уже все без вариантов. Две башни пронесли, но это уже. Я просто решил перекинуться, думаю, на этот раз здесь пошла атака, по этой стороне надо перекидываться на другую, чтобы, ну, враг кинул все силы на этой стороне. Отбиваемся и идем в эту сторону. Но у нас ничего не вышло. Походу просто это, видимо, какой-то более жесткий уровень у ребят, но я к такому, видимо, не готов. Надо было посмотреть, какие там уровни у этих, у его, ну, как бы у героев, да, у этих, у самих персонажей карточных. Вот уже 4 человека. Давайте еще поиграем с кем-нибудь. Так, Кискандер, давай-ка мы с тобой. Кискандер. Давай. Будем, устроим здесь праздник. Праздник жизни и смерти. Не нашей, конечно же. Блин, понадеюсь на ярость. О, что такое? Погнали. А ярость не приходит. Вот это вот неприятно. Но мы все равно пронесли. Так, 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 ледяной пошел. Отлично. Закусываем, закусываем этим гоблином или каким орком этим, я не знаю, кто-то камень. Каменный голем вообще, ё-моё. Какой орк? Нет, 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 нет. Хорошо раздали. Да, мы молодцы, действительно. Ха-ха. Тоже ха-ха скажу. Вот это такой необычный, кстати, противник. Умирает, читать, оставляет за собой вот такое поле ярости. Это прикольно. Давайте поддадим немножко, может быть. И тоже ярость дадим. Вперед. Получится ли у нас, интересно? Вот, нет, не получится. Это было... Ярость была дана зря. Надо было все-таки своей строте следовать. Знаете, походу сейчас пронесут, потому что эту сторону пронесут. Два мага. А нет, ничего не получилось. Ха-ха-ха! Слабаки. Так, у меня есть... могу поставить. Я думаю, надо ставить. Воду его скину. Ха-ха! Мы две просто, две башни сразу. Гори в аду! Ду-ду-ду-ду! Так, я жду. У меня ярость следующая будет. Раз, два и ярость. Погнали.
блин, это чересчур. Так, ждем, ждем, ждем. Мне нужна вот эта штука. Башня, башня, башня. Никакой пощады. Всех уничтожить. А, нет! Ну тут просто... нет! Ух, собака такая. Ты посмотри, как сильно нам надавали по соплям, а? Злостные враги, блин. Давай еще раз. Тут фигеть можно. Ну чего, борзеете, что ли? Ща мы вам покажем. Думаете, что мы с вами не справимся, что ли? Давай, сейчас им отомстим. Кто там против нас будет? Ща мы вам покажем, где раки зимуют. Сразу выпущу рыцаря. Пускай рыцарь идет гуляет. О, мыши, мыши, мыши пошли. Тихо. Не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Вот это, ну вот так вот. Ну вот так. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь, кусай их. Кусай мыша! Жри там всех! Так, мне что-то явно не хватает. Мне опять нужен. Мне фаербола нет, да? Пошла ярость. Давай, на ярости! Наяривай! Нет, только не башня! Так, отвлеку. А маг задолбит. Башня, 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 башня. И башню не успею поставить. Грызем, 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 грызем. Не успею загрызть. И мы пронесем. Мы тоже не лыком шиты. Мы нормально, кстати, всаживаем. Смотри, что так птицы долго грызут-то нас? Даже как-то удивительно, что ли. Так, я коплю. Я коплю ненависть. Стрельни разок. Ха-ха-ха. Не-не-не, тут нельзя. Так, молодец, молодец, он четко прям глушит. Черт, будем ставить, не будем, давайте ставим. Я вот тут. И вот тут. Защита! Не успели. Я так засомневался, думал, ставить не ставить, тут надо быстро все решать. Готовим. Долбим. Еще разок. Давай. Хорошо прям. Прям хорошо. Класс. Молодцы. Справились мы. Ну, мы дали. Дали, отомстили, отомстили. Застреляли просто башню с стрелами закидали. На такой степени, что она развалилась. Строят не пойми из чего в наше время. Видите? Из каких-то фиговин, видать. Так, ну что, нам еще нужно бой? Еще нужен бой. Давайте еще разок. Народ потихоньку подтягивается. Давайте, может, кто-нибудь еще с нами захочет сразиться. Надеюсь, что кто-то захочет. Магнус Красный. С ним я еще не играл. Это новенький. Он вчера буквально только к нам пришел. Эй, Магнус Красный. Надеюсь, ты красный не от гнева. Я ненавижу все в этой игре. Ненавижу вас. Тихо, 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 тихо. Я терплю, терплю. До момента терпим.
Атакуем. Кусь-кусь. А, нет. Боль, ненависть. Башня. Ставим, ставим нашего. Еще рыцаря ставлю. Рыцарь, раздай там. Придержи, как говорится, коней, рыцарь. Молодец, хорош. Такой вот дракончик. Ну-ка, опа, на ярости. Ой, смотри-ка, он тоже ярость кинул. Ого, коняшка, вперед. Блин, не успели, смотри-ка. Скачи, коняшка. Не отодвигаем его поленом. Кабан полена не любит. Я не знал, что у него есть стяжка. Хотя можно было просто посмотреть, да? У него еще там, смотрю, крот этот есть, копатель. Крот-копатель. Даже не знаю, выставить ли башню. Может, выставим? Сразу заблочим эту, идею и глупую. Пытаться нас уничтожить. Мне просто нужно... Так, давай. Тут я кину. Не успею, да, наверное, ярости дать. Ну, что-то успеваю. Смотри-ка, это я сейчас разнесу башню. Не, почти разнес. Теперь разнес. Прощай, башенка, бэч! Нет! Моей атаки не хватило. Мой злостной ненавистной атаки. На вам стрелами тогда. Я все равно вас закидаю каким-нибудь мусором. Ой, отлично, ой, отлично. Тихо, не пропускать. Не пропускать и не сдаваться. Я так понимаю, что вот этот вот копатель, он вообще рандомно выбирает цели. Типа решит, короче, типа сюда пойду. Давай, давай. Ну и они нам тоже пронесли, конечно. Но у них ситуация посложнее будет, чем у нас. Ух ты, не попал. Почти жопку подрезал. Так, ладно. Нам надо совсем ничего. Нам нужно просто понадавать по насоплям. Так, тихо, давай, я тоже выпущу своего. Дадим. Ускорим. Побежали. Эх, не успел. Чуть-чуть. Ничья! Могли бы забрать же вот эту сторону, ну. Кнык-кнык-кнык-кнык. Давайте еще разок. Так, ну что, опять удачки. И дождемся. Давай. Атакуй. Ну, я помогу тебе. Своей суперсильной рукой. Может, он еще птиц вызовет? Так, ладно, я понял. А я по этой стороне сразу пускаю. Опа, погнали! Смотри-ка, а там раздамажило. Догони-ка моего кабана. Кабанам тебе в лицо. Ах ты, блин.
Попробую поделись с моим мощным воином. Ну, он так себе, но седьмой уровень все-таки. Это, наверное, немало. Что самое интересное, он стоит реально всего троечку. А при этом очень даже крепкий. Крепкий мужчина с волосатой грудью. Мне кажется, это хороший показатель. И грудь то, что волосата. И то, что он очень силен. Так, давай дадим. Даем. Даем. Ярость, пошли. На ярости, на ненависти. А, бенч. Бенч, ненависть. Сжечь, убить, взорвать. Смотрите, я еще даже здание немножко покосячу. А шарик-то бьет неплохо, я вам скажу. Шарик-то бьет неплохо. Опа. Башня ненависти. Сожги изнутри. Ждем 60 секунд. Можно сейчас оборону держать и, в принципе, и не париться, да? И как бы все. Убить, 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 убить! Так, давайте выпускаем. Выпускаем зверинец свой. Кусь-кусь! За пузо! Так, я еще башню, башню. Мы почти, кстати, убили здание. Убили. Надо было главное стрелять, чё ты? Ну, в принципе, я в любом случае немножко это задел. Чуть-чуть там буквально плюнуть три раза. Мы бы три бы получили короны. Не, но я все равно, я-то стрелял по обоим, как бы. Я думаю, что так это распределилось. Но не получилось добить. Но в любом случае бы не получилось. Там много здоровья. По главному зданию еще уменьшение, более уменьшенный урон идет, чем даже по этим. По зданиям с принцессами. Так, ну что, давайте еще один хочу бой, еще один бой проведем. Вот тут два человека встречу. Ну, я, видимо, просто в неугодное время сейчас записываю, потому что обычно у нас тут 7, от 7 до 10 человек собирается все время. Все время война там полнейшая идет, борьба за уничтожение, покорение мира. Ну, видимо, не сегодня. Давай, дорогой, мы сейчас ему покажем еще раз, кто тут главный. Так, а я сюда. И сюда. Давай, ярости не будет. Ярости не будет. Ой, задену, задену. Задену. Зря задел. Да. Ну, мы почти взорвали. Задел, задел. Но, честно скажу, вот, ребят... Очень неудобно играть на эмуляторе. Ну, может быть, кому-то удобнее, мне нет. Вот вообще пальцами, конечно, быстрее, намного точнее можно, более точечно атаковать. Так не получается. Не всегда точнее все получается. Женщина, вам тут не рады. Держи мечом по голове. Мечом по голове. Отлично. Так, мы ждем. Ждем атаки. Ой-ой-ой. Отвлекаем. Это чисто отвлекающий маневр. Хотя бы раз ударь. Отлично. Бенч. Соплину. Соплину соплевую. Разнесу. Бенч. Так, только сейчас, походу, нам тоже достанется малость. Давайте здесь тоже ударим. Вот такую вот атаку. Ой, разнесли. Они так могут у нас забрать. Просто мелочью загрызли. Кусь, кусь, кусь. Малый друг и малый гусь. Давай, погнали. Ярость. Ярость и ненависть.
Так, ну ладно, неплохо. Опа! Сразу на защиту. Победа! Нечистая, конечно. Немножко с грязью, но ничего. Было весело. Эй, хорошая игра. Мы справились. Справились, надавали по сусалам. Нормально посражались. Напоследок давайте я еще зайду в одну соло. Может, все-таки 1700 возьму, получится. Нет, но нет, так нет. Значит, нет и на сюда нет. Надеюсь, что у нас все выйдет. Пожелаем удачи нашему противнику. Надеюсь, он останется, точнее, надеюсь, он такой, типа, ну, я, типа, я вижу, что ты на 1700, я сдаюсь. Смотрите, мы какой хитрый обманный маневр сейчас сделаем. Он такой, ага, идет атаковать туда. Сейчас накидает. Такой, хопа, а мы раз сюда. Хопа сюда. Хопа ярость. Колорадо! До свидания. Убить, уничтожить, расколоть череп своим сильным мега ударом. Кусь-кусь-кусь-кусь мелких этих. Давай, кусь-кусь. Кусь-кусь, молодец. Терпим. Ждем. Ну, конечно, шоу-тайм. Атакуйте шоу-тайм, как тебе, а? Как тебе этот огонь истины из земли, из самого недр? Из самых недр растоплю твою душу. И это ты называешь огненным магом? Ха-ха, сопляк. Вот истинный огонь. Такому бы пушке и Саруман бы порадовался. Вместе с Кызылдуром. Давайте, побежали. Гоу, атака, гоу-гоу-гоу, гаджет-ноги. Супер-мега-ата... Нет! Нет! Прекрати! Мега-атака! Ну, мы все равно добили. Так, минута осталась. Минута. Отлично. Так, ладно. Этих сейчас и так забьют. Ну что, парень, не справился ты, да, наверное? Пущу на отвлечение. Разгоняй! Разгоняй, догрызай! Бэнч! Победили. Ну что, мы взяли там 1700, а на новую арену мы пошли уже, нет? 29, не знаю, хватило ли мне. Что-то я не доглядел этот момент. 1700 вроде есть. Новая арена? Новая арена, мы перебрались с вами на 1700, на шестую арену. Появились новые предметы. Любопытный смерч, кстати, появился. Это тоже неплохо, мне вот очень нравится. Бревно шикарное просто. И вот этот чувак. А вот это, походу, вещь, которую все ненавидят. Потому что, если выпадает легендарка, то спарки лезут прям в руку и ненавидят все ее. Эту машину. А вообще, вот этот очень интересный персонаж. Шахтер, он, получается, тоже позволит пробивать очень быстро. Интересный вот этот аппарат, тоже аппарат эликсира, сборщик эликсира. Может давать больше эликсира. Не знаю, как, правда, с ним играть. Но, наверное, вот как раз хорошо очень сочетаться будет с големом, потому что он стоит 8. Вот это, наверное, самая такая, одна из самых крутых связок. Вот такую штуку, кстати, я тоже видел. Таран боевой. Интересная вещь. Там вроде двое несут, хорошо вроде убьют. И когда бревно отпадает, у меня обычные два воина.
типа варвары, что ли. Два варвара, да, с огромным бревном в руках. Бросается на ближайшее здание. Ну, это хорошо. 140 урона. Наверное, урон по во время штурма, да, при штурме 280. Ну, такой тоже, за 4 единицы. Прикольно. Вообще, интересные вещи тоже откроются. Не знаю, как долго здесь я просижу, но попробовать стоит. Справились, молодцы, собираем монетки. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, закончим на этом. Мне вот, видите, щедро предлагают за 200, аж целых 300 рублей, точнее всего, заплатить и купить себе сундук. Ну, спасибо, я, пожалуй, откажусь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то, конечно же, не забывайте ставить лайки, потому что вы, походу, забываете, что лайков у видео совсем немного. Если так будет продолжаться, естественно, я закончу снимать. Я думаю, что переживает уже, наверное, изживает, точнее всего, себя это видео по этой игре. Мы, может, переключимся на что-нибудь другое. Но если вам нравится, то, конечно, если вы поставите лайки, то мы, наверное, продолжим, возможно, да, если будут просмотры хорошие, лайки хорошие, ну, все будет с них хорошо, то, конечно же, мы продолжим. Но это все будет в следующих сериях. Да, дорогие друзья. С вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Не забывайте, кстати, подписываться на канал, это тоже очень важно. Всем пока!